Вот, видите эту черную полоску асфальта? Это вот сегодня отмывалого бабла. Вот это называется капремонт. Вот видите, лужи там вокруг, дождик был вчера, сегодня. И вот это вот грязюка. Вот она грязюка, а вот это вот полосочка. Вот это так отмывается бабло. Какие-то хачики, значит, пришли. На наши деньги асфальт покидали, то есть черножопые, которых я тут не звал на Дальний Восток. Кто-то отмыл бабло там в Москве. Ну, слава богу, мы за него не платим. Ну, как бы тот, кто платит, вот, поимели. И вот все это отмывало, а вот это вот подается, значит, что за это надо до хера платить. Ну, такой вот типичный день. Я даже не знаю, я вот сюжет даже продолжать. Вот в одну минуту. Одна минута о капремонте. Вот это вот свинство, вот это вот. Вот это вся путинская экономика, вся эта профанация. Свисток.